Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу вам, как устроен процесс обучения на онлайн-курсе «Личный бренд стоматолога». На данный момент курс состоит из 32 видеоуроков. Часть уроков записаны лично мною, часть приглашенными спикерами и лучшими докторами в области стоматологии и не только стоматологии. Ко всем этим урокам у вас остается постоянный доступ, и вы всегда можете к ним вернуться, что-то там пересмотреть, что-то освежить в памяти и так далее. Также курс регулярно пополняется новыми уроками от меня и новых спикеров, потому что понятие личного бренда доктора заключает все, что влияет на эффективность работы врача. И всегда появляются какие-то новые вопросы от учеников, которые вдохновляют меня на создание новых уроков, чтобы сделать это обучение еще более полезным. Также мир стремительно развивается и появляются новые инструменты, некоторые инструменты устаревают, поэтому я записываю новые дополнительные занятия, новые дополнительные уроки, чтобы этот курс оставался в тренде и был актуален всегда. Все новые уроки, которые появляются на курсе, являются бесплатными для учеников, то есть один раз став учеником этого проекта, вы бесплатно получаете новую актуальную информацию, и у вас к ней остается еще и постоянный доступ. Я сам лично являюсь очень большим фанатом этого обучения и буквально живу этим проектом и регулярно думаю, как еще можно его улучшить. Я решил добавить еще кое-что. Я решил, что всего этого мало, да, и нужно дать еще какой-то бонус своим ученикам. Поэтому я решил еще добавить 2 индивидуальных созвона с каждым из новых учеников. Лично я созвонюсь с вами первый раз в начале обучения, чтобы познакомиться с вами, обсудить какие-то ваши вопросы, пожелания от обучения, определить ваши цели и задачи, дам какие-то свои комментарии. И второй созвон мы проведем уже вместе с вами после прохождения курса, чтобы я ответил на все те вопросы, на которые вы, возможно, не получили ответ во время обучения. И в целом подведем вот такие итоги прохождения этого курса и обсудим обратную связь. Частый вопрос, который я получаю, это сколько длится обучение. Скажу, что комфортный темп прохождения обучения составляет около 1,5-2 месяцев, в зависимости от вашей загруженности, потому что все мы врачи, я понимаю, что все мы максимально загружены, и от вашего желания проходить курс. Плюс, когда будут добавляться, кстати, новые уроки, вам будут приходить уведомления, чтобы вы смогли их посмотреть. Также хотел бы рассказать буквально пару слов про стоимость курса. Я, наверное, запишу отдельное видео про ценообразование на этом обучении. В этом видео я хотел бы сказать, что со своей стороны я постарался сделать обучение максимально доступным для каждого, подключив все возможные варианты разбивки платежей, даже если у вас вообще нет денег, а есть только желание. А если у вас нет денег, то вам тем более нужно пройти это обучение, потому что если вы хороший врач и у вас нет денег, то вы явно что-то делаете не так. И еще важно понимать, что стоимость курса будет постоянно расти, потому что его ценность будет постепенно увеличиваться за счет добавления новых уроков, что вполне логично. Поэтому курс из 15 уроков и 30 уроков стоил по-разному. И, соответственно, курс из 30 уроков и 50 уроков, логично, что тоже будет стоить по-разному. Я не делаю на курс каких-то массовых скидок и распродаж, потому что я считаю это неуважением к тем, кто заходил на обучение в самом начале и больше всего поверил в этот продукт. Я могу делать какие-то единичные персональные условия для тех, кто уже как-то, например, взаимодействовал с моими продуктами, или могу там, скажем так, поддержать молодых начинающих ребят с горящими глазами. Потому что искренне считаю, что этот курс будет полезен всем докторам. Уверен, что рано или поздно вы все-таки придете на него. Весь вопрос лишь в том, какая будет на него цена в тот момент и сколько времени вы потеряете по сравнению с теми, кто уже проходит это обучение. Подробную программу вы сможете, ну и список уроков вы сможете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Мы стартуем 1 сентября. Поэтому все, кто хочет, присоединяйтесь. До встречи на обучении и желаю вам хорошей практики. Развивайте свой личный бренд. Пока-пока.